Это на ЦКАДе, на платном участке, паркинг такой дикус. Туалет заперт, все обосрано, обоссано вокруг. Для легковушек, вот это место для легковых, не почищено. Ну, в общем, площадка тоже для отдыха, скажем так. Вся занесена снегом. И опять же, это платная дорога. Это Московская область. Вроде бы регион развитый. Вот все занесено здесь снегом. Капец, сугробы. Для легковых машин стоянка. Вот так вот Россия. Чем отличается от других стран Европы?